Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Татьяна Горбунова. Сегодня я хотела бы вам продемонстрировать, как зарегистрироваться в компании «Единство» по программе ПСВ. Значит, смотрите, вот мы находимся с вами на странице ПСВ. Нажимаем кнопку «Регистрация по ПСВ». Видите, есть два пункта. Мы выбираем ПСВ. Подготовительная система выплат. А вот мы попадаем на такую страницу после того, как мы нажали. И для того, чтобы сделать первый шаг, мы нажимаем на слово «Регистрация». Обратите внимание, все самые важные пункты прописаны прям красной строкой. Итак, поехали. Нажимаем на слово «Регистрация». И заполняем вот это поле. И, значит, мы заполнили все поля. Обратите внимание, логин. Мы заполняем свой логин, то есть это может быть любой логин, там любое слово и так далее, кому что удобно. Но обязательно должны быть 3 девятки. Дальше заполняем поля, полное имя, ваша электронная почта, она должна быть только через Яндекс. Далее заполняете свою дату рождения, страну обязательно свою выбираете, ваша подпись. Ну вот я вот, ну, для примера написала слово «мечта». Вот почему-то захотелось. Дальше обязательно ставим галочку. И код безопасности мы пишем здесь ответ. 3 минус 3 получается 0. Все, только после этого мы с вами нажимаем кнопку «Регистрация». Итак, после того, как мы с вами нажали на слово «Регистрация», мы попадаем автоматически, нас выкидывает вот на такую страничку, где сразу же указан, ну, у меня стоит галочка «Запомнить», поэтому у меня запоминается, стоит наш логин, который мы регистрировали, и пароль. Итак, нажимаем на слово «Вход». Видите, галочка. Значит, если зеленая галочка стоит, значит, все правильно набрали. Если у нас стоит красный крестик, значит, где-то была допущена ошибка. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы снова с вами продолжаем регистрацию. То есть, это была первая часть регистрации. Дальше мы продолжаем нашу регистрацию. Снова нажимаем «Регистрация в МОО «Единство» по ПСВ». И попадаем на эту страничку. Спускаемся снова в самый низ. Вот он, в самый низ. Заполняем все вот эти поля. Но перед тем, как заполнить, я вообще-то обычно сразу же проплачиваю членский взнос, пройдя по этой ссылке. То есть вот мы на эту ссылку нажимаем с вами и попадаем сразу на оплату членского взноса. Как мы это делаем? Мы здесь заполняем, значит, все поля. То есть у вас на Яндекс кошельке должны быть уже деньги. Набираем 999 рублей. Обязательно заполняем комментарий. Значит, заполнили комментарий. Оплата членского взноса за логин. Прописывайте свой логин и фамилия, имя, отчество. Это нужно делать обязательно, иначе это деньги уйдут в благотворительность. Ну, то есть, если вы хотите в благотворительность оплатить, то ради бога, это будет здорово. Если же как бы нет, то вот не забывайте прописывать комментарий. Дальше делайте, следуйте все строго по инструкции в переводе средств. Итак, мы с вами заполнили все поля, то есть заполнили свой логин на сайте Единства, свою почту, фамилия, имя, отчество. Сюда мы нажимаем «Выберите файл»,
скриншот или фото паспорта вашего. Будьте внимательны, пожалуйста. Я по понятным причинам этого демонстрировать не буду. Дальше вы заполняете email, PayPal, AdvoCash и так далее. Заполняете сюда, вставляете свою почту Яндекс. То есть ту, которую вы зарегистрировали на сайте в Единстве. Дальше счет в Яндекс.Деньги. Соответственно, вы вставляете ту же самую почту. Имейл, работающий, умеющий работать с вложениями. Эту же почту. То есть у нас получается три строчки подряд, одинаковая почта. Дальше выбираете свой город, где вы проживаете. Дальше вы вставляете свой скриншот оплаты, про которые я говорила. И вот видите, у нас тут прописано оплата членского взноса за такой-то логин и фамилия, имя, отчество. Мы сюда его вставляем. Нажимаем на «Выберите файл», выбираем его и вставляем сюда. Это очень нужно быть внимательным. Дальше точная дата, время и способы оплаты. Прописываем дату, то есть все как на чеке. Дата, время и способ оплаты. Я, допустим, оплачивала через Яндекс кошелек. Если вы оплачивали через Сбербанк, предположим, или через какую-то другую платежную систему, обязательно сюда указывайте. Дальше пишите сюда логин рекомендующего, то есть человека, который вас сюда пригласил. В данном случае меня пригласил, допустим, Простор.ми. Простор.ми. Тут неправильно у меня написано. Так, сейчас исправим. Вот. Простор.ми 3 девятки. Видите, тоже 3 девятки. Имейл рекомендующего. Простор.ми@Яндекс.ру. И старый логин в проекте всегда, ну, если у нас его нету, то мы пишем «нет». И, естественно, ставим галочку «Регистрация в моего единства». Как только вы все поля заполнили, файлы все прикрепили, нажимаете на кнопку «Отправить сообщение». Дальше вы ожидаете, как вы отправляете сообщение, вам приходит вот такое вот, вы получаете, тут же получаете вот это вот сообщение, что ваше регистрационное заявление было успешно отправлено. И ожидаете табличку, по которой вы уже, табличку с номерами кошельков, по которым вы будете уже оплачивать свои последующие части моего единства. С вами была я, Татьяна Горбунова. Пока-пока.